для приготовления шарлотки, именно шарлотки, а не пирога с яблоком или шарлатанки какой-нибудь, нам понадобится 4 яблока, 3 яйца, стакан сахара, стакан муки и молотая корица. Ну и форма для выпекания. Яблочки зачистили от кожи, нарезали вот такими чесночками и вот такими кусочками. На дно мы положили пергамент. Яйцо мы взбиваем со стаканом сахара в миске. У нас появилась вот такая, получилась пышная структура. Всыпаем муку и продолжаем взбивать. Отправляем в духовку на 180 градусов приблизительно на полчаса, но посматриваем.